Арбитражный суд Севастополя подтвердил неблагонадежность реконструктора стадиона «Горняк», сообщает новостной портал «Форпост». Компания «Техстрой» должна будет вернуть полученный ею аванс. Напомним, контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» между «Техстроем» и госучреждением «Дирекция капитального строительства» был заключен в конце августа 2018 года. Его стоимость составляла 373 миллиона рублей, из которых более 91 миллиона фирма получила авансом. Обновленный стадион нужно было сдать к 1 ноября 2019 года. Однако в ходе исполнения контракта стало известно, что компания «Техстрой» предоставила ложную информацию о имевшемся у нее опыте строительных работ в последние 3 года, которые относились к группе работ по предмету контракта на реконструкцию «Горняка». 9 июля текущего года дирекция капитального строительства расторгла контракт с фирмой. Вскоре «Техстрой» подал иск в арбитражный суд города для признания незаконными расторжение госконтракта и отмену требований по возвращению аванса. Однако суд указал на правомерность действий чиновников и подтвердил законность возвращения многомиллионного аванса. Соответствующее решение в законную силу пока не вступило.